Томат де Барао золотой – среднепоздний аматорский сорт. Вегетационный период от всходов до технической спелости – 110-125 дней. Куст высокорослый, высотой 2,5-3 метра. Плод сливовидной формы, с толстыми стенками, желтого цвета, массой до 100 грамм. Отличные вкусовые качества. Выращивается в открытом грунте и в пленочных укрытиях. Используется для употребления в свежем виде и консервации.